Сегодня в нашей школе стартует всероссийский марафон «Дни самбо» в школах России. И мы увидим открытый урок от спортсменов-самбистов. Участие учеников в онлайн-олимпиаде «Знатоки самбо». А также наисложнейшую полосу препятствий. А сегодня урок мужества, посвященный героизму наших спортсменов-самбистов во время Великой Отечественной войны. Наш урок начался с интерактивного теста, в котором дети вспоминали самые важные даты исторических событий нашего города. Затем наш учитель истории рассказал ребятам, с чего началась история самбо в России, и показала сюжет о герое Великой Отечественной войны Юрии Тринквилицком. Мои лучшие достижения как самбиста – 6 побед над фашистами в рукопашной. Предлагаю вам послушать одну песню великого русского барда Владимира Высоцкого. Ленинграде горник, у пяти углов, получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил, ну и значит правильно, что дали. Эта песня Высоцкого посвящена герою Советского Союза Александру Николаевичу Соколову, родному дяде нашего учителя Мензулиной Варвары Валентиновны, который тоже освобождал нашу родину от фашистских захватчиков, в чем ему очень пригодились его навыки с самбо. Из тыла принес 2 пулемета, 2 миномета, 5 автоматов, боеприпасы и снаряды. Он это все нес не сам, а несли это немцы. За это ему и дали орден Красной Звезды. Кульминацией нашего урока мужества стала встреча с легендой самбо, основателем самбо-70, Руденом Давидом Львовичем. Извините, пожалуйста, можете рассказать, как создавалась школа самбо-70? Я пришел к директору школы и предложил организовать секцию самбо. Она согласилась. Я повесил объявление небольшое на дверях спортзала. Пришло 13 человек. На следующую тренировку пришло 25 человек. На следующую тренировку пришло 50 человек. Вы выходили на маты. У вас были какие-то заготовки на весь этот процесс? Вы действовали по ситуации? Спасибо. Ну, заготовки, конечно, были. Но вначале я выходил на ковер как бы интуитивно, я не понимал вообще ничего. Если вы посмотрите, то огромное количество наград, заслуженных наград, которые есть у Давида Львовича, и тот скромный человек, который сегодня сидит перед нами, вы знаете, вот меня охватывает гордость. Гордость за нашу страну. Только что состоялась встреча с легендой самбо, основателем школы самбо-70, Давидом Львовичем Рудманом. Когда лучше начинать заниматься самбо? Мне еще не поздно? Ну, я думаю, никогда не поздно. А когда? Когда появилось желание, тогда надо сразу идти. Что самое главное в самбо? Ну, на мой взгляд, самое главное – это самообладание, то есть умение овладеть своими эмоциями. Ну, естественно, трудолюбие, ну и уважение к противнику. Вот закончился первый день марафона. А дальше нас ждет обучающий урок спортсменов-самбистов. Сегодня мы будем показывать приемы самбо, самбо-разминку, спад, стойки. Всех бросков сейчас мы будем делать ведро, после которого все броски самые кидаются. Мы собираемся оппонента,
Заходим. Он вам попадает, постарайтесь упасть перед ним. И вот это колено, своей ногой колено двигать и перевести его в другую сторону. Сейчас наши девочки-пятиклассницы покажут мастер-класс по самообороне. Ну а сейчас они покажут свои приемы на мне, будут использовать микрофон вместо ножа. Да, самбо это серьезно. А сейчас у нас наисложнейшая полоса препятствий. Ты только что прошел дистанцию. Справился ли ты? Я считаю, что да. Что было самым сложным? Ну, самым сложным, наверное, было это вот по стенке проползти. Как вы считаете, вы выступили лучше, чем команда синих? Мне кажется... Нет, проиграем. Что было самое сложное? Кидать мячик. Ну, не, мне показалось самое сложное. Вот эту штуку катить, потому что она ушла более в бок. Полностью готова, и теперь я попробую эту эстафету. Я сделала это. Было достаточно тяжело, но я смогла. Вот и закончился марафон самбо в школе 138. А эстафету мы передаем в школе 504.